Представляю вам приточный очиститель воздуха Балю Airmaster 2. Уникальный прибор с возможностью подогрева и мониторинга качества воздуха, профессиональная шестиступенчатая очистка и возможность управления и интеграции в систему умного климата, управления посредством Wi-Fi. Потребитель имеет возможность без своего участия в автоматическом режиме получить качественный воздух с возможностью притока в случае превышения концентрации уровня CO2 и с возможностью очистки внутреннего объема при превышении допустимой концентрации мелких частиц. За этим следит датчик запыленности воздуха, который входит в базовую комплектацию прибора. Максимальная производительность 200 кубов в час. Прибор способен обслуживать помещение до 70 квадратных метров с одновременным нахождением в нем до 7 человек. Также возможность круглогодичного использования, круглогодичной эксплуатации и возможность подогрева воздуха в зимний период делают прибор незаменимым в течение всего года. За счет бесшумного двигателя-вентилятора потребитель получает акустический комфорт и возможность эксплуатации прибора даже в ночное время суток. Уровень шума всего 19 дБ, что находится за гранью слышимости человеческого уха. А также новый конструктив электронной платы, которая работает без щелчков, не издает никаких механических звуков при работе прибора, делает прибор комфортным и незаменимым в быту.